Игорь Викторович, я же вам показала, на основании чего мы это вам рассказали. Мне очень приятно, что вы меня называете Игорем Викторовичем. Извините, пожалуйста. И признаете во мне судью. Антон Николаевич. Да ничего, я уже привык. Мне уже и председателем суда назначали. Меня вы же не заполняете ничего, да? Я? Я все заполняю. Я весь ваш кабинет с собой заполню. Снова здравствуйте. Ух ты, да, у вас такие вещи лежат в общем доступе. Сказали ознакомить с материалами спустя 16 дней. Шикарно. Вы же не настаивали? Заявление об ознакомлении с материалами дела, оно как настойка. Оно должно быть настоятельным. Так сказал Бурлыцкий. Грызник, нельзя. Да что вы говорите, правда что ли? Да, правда. А если очень хочется? А что, были такие случаи, да? Что, кушали? Серьезно? Бумагу вообще не ем. Не вкусно. Не кушать, как вы сказали. Не пробовать на вкус. Предупредила об уголовной ответственности. Тут скажите, написано предупрежден. А кем? Вы, да, предупреждены? Да. Вы, да, предупреждены? Да. А у вас есть полномочия предупреждать об уголовной ответственности? А это что тогда такое? Так что заполнять, это или обе? Это просто вот как будто на заборе написано. То есть ни формы, ни... Что-то у вас везде разный порядок. Вот раз форма, вот два, вот три, а вот четыре. Четыре разных формы. А где порядок? Это не порядок, это какой-то вот беспорядок. А потом приходит полицейский или на вас возбуждено уголовное дело. Был вырван листок, кто-то скушал. А у тебя нет доказательств, что ты ничего не кушаешь. Что происходит-то, вообще не понимаю. Ни одну бумажку не дают. У меня нет интернета. Деньги закончились. Дайте, пожалуйста, на бумажном носителе. Вы бумагу экономите или что? Но туалетной бумаги до сих пор нет в туалете. Уже который год. Я не отказываю вам в ознакомлении. Тогда ознакомьтесь, пожалуйста. Я отклоняю вашу просьбу. Приказ Сургутского городского суда. Я работаю в Сургутском городском суде. На меня этот приказ не распространяется. Логично. 20-й раз говорю, не отказываюсь. Без заполнения вот этих вот форм вы не можете ознакомиться с материалами дела. Это что такое? То есть вы отказываете? Я вам не отказываю. Тогда знакомьте. Это что такое? Мы зашли в тупик. Вы и не отказываете, и не знакомите. Я думал, может, прогресс какой-то будет. Я вижу, прогресса вообще никакого. Я не 109 лет. Серьезно? А такое ощущение, что это... Вы меня сейчас снимаете? Я вообще людей не снимаю. Я таким не занимаюсь. А вдруг вы меня за человека не считаете? Как не считаю? Две руки, две ноги. Хороший ученик. Учитель, а что вы меня на отказе-то ловите постоянно? А? Пытаетесь поймать. Даже повестку не хотите показывать. Вот видите, я действую честно и открыто. А вы этим моментом воспользовались. А в ответ тишина. То есть отказываете? Я не отказываюсь. Вам необходимо, я помню. Вот так уже два часа. Оттуда выгнали. Здесь ничего не дали. Супер правосудие.